Йоу, с вами Стэймус Бро. Сегодня мы будем смотреть клип Фараона и Лил Морти «Глушитель», а также оценим трек. А перед просмотром, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайки, пишите свои комментарии. Погнали смотреть. Так, что там у нас по качеству? А, 720 всего? Окей. Сука, блядь. Со мной Шуля, я первый ебал. Задницу нахуй бесшумно, блядь. Тупой долбоёб, блядь. Изи нахуй. Тоже... Сразу видно, что клип сделан кинематографично, да? Кинематографичненько. Так, поехали. Лучше на день глушить, эй, 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 лучше на день глушить. Так, а битос мне уже нравится, как бы. Припев, ну давайте слушать. Лучше на день глушить, эй, 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 на свой блок одел глушитель грязный. Так, начинает Лил Морти, давайте заценим его парт. Глушитель, грязный Морти, разрушитель, бил тех лох не жить. Эй, ты еще один просижитель. Я нахуй шлю я ваш рэп-гейм. Ваши жопы тащит фейм, мою жопу тащит фейм. Твой отряд как склад бомжей, надевай худба, эй. Я стрелять их в пусси гейм, она готова дать за селфи с ней. Перевыкупай как профессор Снейк. Моя банда выглядит как будто слэд. А, твоя банда просто фейл. Твоя банда просто фейл. Эй, я ебал твой фэм, я ебал твой гон. Я ебал модели, ебал вилон. Ебал твою жизнь, твою торговлю еблом. Ты жалкий лох и ты жалкий клон. Я хочу скорее пришить. Лучше на день глушить. Я с бензопилой маш пить. Я с бензопилой. Так, ну, Уилл Морти мне что-то не очень понравился тиксток. Тут Фара, по-моему, делает достаточно неплохо. Ну-ка, давайте еще раз. Еблом. Ты жалкий лох и ты жалкий клон. Я хочу скорее пришить. Лучше на день глушить. Я с бензопилой в маш пить. Я с бензопилой в маш пить. На мне охуенный камуфляж. Я надел глушитель, значит, что ты скоро ляж. Мы растет из класса, я с моделью, она фарш. Салон черной кожи, как жопаник и минаж. Я не ношу белого, я в черном, я как год. Я ебу твой рот, это уже который год. Если влюблю суку, я залезу под капот. Шнуров говорил мне, что я юный гип-поп. Банан-клип, банан-клип. Она хочет тратить меня, чтобы попасть в клип. Морти нашел клип и на нем сделал трип-флип. Она берет в руки камеру, ей нужен самый фильм. Лучше на день глушить. Я хочу скорее пришить. А ты хуесос по жизни. Да, а ты хуесос по жизни. Лучше на день глушить. Так, ну парт Фараона мне намного больше зашел, чем у Лил Морти. Фара, как всегда, крут. Мне нравится его альбом, который называется, по-моему, Pink Floyd, если не ошибаюсь. Да, крутой альбом. Клип достаточно классный тут, да? Клип мне нравится, картиночка. И фары заебись. А вот Лил Морти, ну так, средненький что-то. Лучше на день глушить, эй, 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 лучше на день глушить, эй. Ну вот мы посмотрели клип Фараона Лил Морти, глушитель, да. Клип достаточно классный, кинематографично сделан, да. Ну, прикольно, прикольно, мне нравится. Да. По тексту Фараон мне очень понравился, как бы я даже, возможно, его вырезал, не знаю, полностью трек с Лил Морти слушать, ну не знаю. Значит, Лил Морти не очень зашел. Этому треку, наверное, я поставлю 4,5 из 5, а вот клипу 5 из 5. Классный клип. А с вами был Стэймус Бро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. До встречи.